В секторе искусств научной библиотеки Института культуры открылась новая выставка «Я за то, чтобы искусство удивляло». 3 июня исполнилось 115 лет со дня рождения советскому кинорежиссеру Сергею Аполлинариевичу Герасимову. Сергей Герасимов имел собственную уникальную философию творчества. Он не просто режиссировал и преподавал, но до последних мгновений жизни анализировал, искал формулировки, стремился разобраться в тенденциях развития экранного искусства. Это был любопытный, мыслящий художник. Начинал он как актер, активно снимался в легендарных картинах Григория Козинцева и Леонида Трауберга, у Фридриха Эрмлера и Всеволода Пудовкина. Герасимов фактурен, выразителен, эмоционально заряжен. Конечно, человек с такими задатками не мог не перейти на педагогическое поприще. Сначала вел актерскую мастерскую на Ленфильме, а в 1944 году наступило время его первой актерской режиссерской мастерской в МГИКе. Сергей Герасимов преподавал вместе со своей супругой Тамарой Макаровой. Его учениками были такие мастера отечественного кино, как Сергей Бондарчук, Инна Макарова, Нонна Мордюкова, Людмила Гурченко, Наталья Фадеева, Николай Рыбников и другие. В конце 1950-х годов Герасимов создал одно из самых значительных произведений советского кино того периода – фильм «Тихий Дон». Вершиной творчества стал фильм «Лев Толстой», где режиссер сыграл главную роль. Сергей Герасимов обладал не только талантом художника, педагога и мыслителя, был неизменно влиятелен. Государственный человек, хозяин дискурса, ответственный за страну, ее искусство и духовный климат. В экспозиции представлены уникальные книги о режиссере, педагоге Сергее Герасимове. Среди книг особый интерес представляют следующие издания. Сборник к 110-летию со дня рождения Сергея Аполлинариевича Герасимова, художник и педагог. Также Герасимов в собрании сочинений в 3 томах. Муский 100 великих отечественных фильмов. Электронная выставка на DVD-диске, посвященная 110-летию со дня рождения Сергея Герасимова. Издание на DVD-дисках 3 серий фильма «Тихий Дон». Также мы приглашаем вас посетить нашу выставку.